Может быть, вы увидели что-то такое, а я вот не вижу, например. У меня замылилось. Да дерзать надо. По-моему, только и всего. Есть, да, что-то. Ну, дерзать. Ладно. Нет, нет, Михаил, на самом деле, я просто что хотел сказать, что вы даете возможность. Вы ничего не обещаете, вы ничего не гарантируете. Но вы говорите, что вот есть инструмент, вот есть угол, даю вам курс. Собственно, как это было со мной. А там дальше, как приложишь силы, так и пойдет. Надо было купить лотерейный билет, конечно. То есть вы купили билет. То есть, и, да, это правда. Да, наверное, это не лотерейный билет. Это вы даете старт. Даете некоторые основания, для откуда можно стартовать. Ну да. Набор каких-то базовых знаний, там, умений, просто ментально, то есть, конечно, настраиваете, что когда вы уже заработаете свой первый миллион, уже можете и не со мной советоваться, а еще с кем-то, что с ним делать. Но действительно, ведь с чего все это началось когда-то? С того, что дикое количество людей ходят неприкаянные, понимаешь, и они, и когда ты начинаешь рассказывать, они не верят, что есть такое. Они же не верят, они too good to be true, понимаешь, не может же так быть вот так. Слишком просто, кажется. Слишком просто, и сейчас тоже говорят, слишком просто. Это не может быть вот, ну, понимаешь, есть не так много мест на свете, где можно об этом сказать, чтобы тебя не закидали там помидорами тут, понимаешь. Вот, поэтому я как-то хожу там, машу там флагом красным, кричу, вот она тут дырка, вот заходи там, проходи там и так далее. Даже вот этот курс, я его начитал, просто, знаете, из-за чего? Я смотрю по-русски, когда там ищешь что-то по тестированию, и ничего нет такого, чтобы, ну, было о чем поговорить. Больше того, там у них есть форум, держат там, Software Testing Crew там или что-то. Вот. Да, было. И он, а нет уже его? Я давно просто не заходил, он для меня не юзабилити. Абсолютно, какие-то шлют рассылки периодически. И я пытался. И вроде бы он профессиональный, понимаешь, форум. Но он только борется за звание профессионального. То есть там, ну, низкий уровень, жуткий, понимаешь? И я думаю, ну надо что-то сказать. И я поэтому наговорил этот курс, просто чтобы он был, и чтобы не было разницы между вот, там, Кремниевая долина, там, Новосибирск или там, я не знаю, Киев, там, Черновцы. Просто чтобы вот некоторое знание было изложено. И было бы, и там, и тут, и здесь, и везде было. Если вы помните, у нас был парень, после третьего урока работу нашел из Калуги. Вот в этом курсе. Ну, наверное, да. Было несколько людей, которые после этого курса нашли работу. И та группа, которая была в Калуге, которая некоторыми шужла там. Да. Так они. Так три урока из десяти. Понимаешь, он уже пятый курс парень был, авиационный институт. И он там резюме сделал. Я с ужасом думаю, что же они там пишут в этом резюме, да? Я их не видел. Потому что для меня резюме это такой сакральный документ. И вдруг пацаны что-то набросали, пошли еще работу получили. Думаю, нифига себе. Ну, Михаил, есть голова у человека. Голова чистая, ясная, думающая. Дорогого стоит, конечно. Да. Да, это правда. Ему куда угодно можно было с успехом. А вот в Новосибирске, когда вы стали тестировать, и у вас есть круг знакомых, у вас есть ребята, которые с вами учились там на экономическом, да? Есть люди, которых вы знали там, по, я извиняюсь, рефрижератором там, в смысле, что у вас там, эркондишнером. Неважно. То же самое. Вот, там дует, вот это все. Значит, вот эти люди, они не сказали вам, слушай, как-то странно, что произошло, как это так можно? Их, они не удивились? Наверное, скорее удивились в несколько другую сторону, что, мол, ха-ха, куда ты идешь? То есть сама возможность вот так перескочить, наверное, их не удивила? Для людей, наверное, больше пугало, что человек решился, что человек просто берет и меняет. То есть, я же просто взял и в одной части практически всю жизнь прошу так-то раз, в стороночку, и вот только шел дорожку. Ага. Наверное, людей это пугало. Их пугало, они не знали, как это выразить. Были сомнения, типа, ну ха-ха. Окей. Ну, то есть, я понял, то есть сам факт того, что это можно, их не удивил. Были сомнения такого плана, что ну и что дальше, и что ты там будешь, и кто ты там будешь. Что тебе за это дадут. И что тебе зададут, и вот да. У тебя нет образования, у тебя нет того, сего, пятого, у тебя нет шансов. Ну, это правда, но надо потихонечку добирать, конечно. Образования нет, это не значит, что не надо работать, это значит, что надо потихонечку доучиваться. А вы доучиваетесь потихоньку? Да. А расскажите. Ну, я периодически читаю, практически
постоянно каждую неделю хабр-хабр, вот ресурс, там ищу всякие полезные семинары, которые бы проводились и по крупичкам, по крупицам выбираю. Ну, есть там, есть чего? Очень много воды, конечно, очень много то, чего неприменимо. Вот. Но по крупицам выбираю. Ну, в принципе, когда ты уже начал работать, там уже семинары-то, ну что же. Вы знаете, что если вы по-английски можете, у Гугла на ютубовском канале есть постоянные семинары технические. Да, там, год, я знаю. Да, там очень ничего. Да, да. И я сколько смотрел, там качественная публика выступает. Да, ну там, если думаю, там нужно знать английский, причем знать вот так, что ты мог бы на лету, с той скоростью, которой там они говорят. Так вот, тренируйтесь. Вот. Да. Ну что же, если вы 10 нет, видео просто, потихоньку нет. посмотрите, там 11 уже я будет. Я имею в виду для начинающего тестировщика или даже человека. Это не нужно для начинающего. Да даже, наверное, для опытного достаточно тяжело для понимания, наверное, пока это вот. Но вас вот не потянуло там какой-нибудь Python, там Perl, PHP, там, не знаю, Java. .NET? Да. Я не знаю, потому что C-Sharp, что вы там изучаете. То есть так, потянуло. Ну, я занимался автоматизацией некоторое время в этой же компании. На чем? Ну, если не секрет, конечно, я думаю, что секрет. Да это не секрет. Начинали мы с Telelicte студии. Вот. Ничего у нас приложение. Это потому что приложение Serialize было инструментом для того, чтобы автоматизировать приложение. Их раз-два я обчелся. Я понял, да. Вот, поэтому. Ну, не суть, то есть вы уже автоматизируете. Я уже нет, я уже пошел чуть-чуть дальше. Я автоматизировал вот до своей командировки. Здесь я приехал учиться уже другому направлению работы, в релиз-менеджменту. Ой, мама родная. Да. Но вы должны совмещать релиз-менеджмент с тестированием или будете чисто релиз-менеджмент? Ну, я еще возможно, да. Это другая профессия, на самом деле. Естественно, я в силу своей... знаний там, продукта, я, естественно, еще по инерции буду какое-то время оперативно, скажем так, пожарное что-то делать. Я вам, у вас там какой-нибудь continuous integration, что у вас там? Естественно, continuous integration. Значит, я бы так сказал, когда были тяжелые времена в IT, за те 24 года, что я здесь нахожусь, тяжелые времена в IT были только один раз. Это когда обвалился интернет-бум, и вот, скажем так, 2001-2002 годы были очень трудными для поиска работы. Ну, если там года 3-4-5 уже опыта есть, было ничего, хотя зарплаты меньше. Но если нет, то совсем плохо. И вот очень многие компании, очень многие небольшие, они скомбинировали человека, который делает релизы, с человеком, который тестирует. И это была убойная комбинация. То есть, если ты можешь делать то и другое, то ты имел работу. То есть, это не было вопросом... Потому что тестирующих много, а которые релизы могут при этом делать, там единицы. То есть вот это смертельная комбинация для тяжелых времен. Вот так что вы в очень такое хорошее направление попадаете. Хотя само по себе, если у вас enterprise какой-то, и там, может быть, просто сам по себе релиз может быть очень сложным. Конечно, это всякое. Ну что же, молодцом, смотрите. То есть вы растете как айтишник, при том, что у вас нет формально там компьютерного образования. Ну, это следующий шаг. То есть надо получить. Да, то есть надо получить. А вы можете еще project management какой-нибудь потихонечку освоить. Вот вам сейчас 30, а в 35 будете каким-то начальником. Хочу, можете раньше. Хочу. Потому что человек дорастает в какой-то момент до состояния, когда он уже не может, он должен кому-то сказать и кого-то объединить, потому что он уже перерос вот этот уровень просто исполнителя. Ему хочется, ему, ну, он чувствует, что у него потенциал пропадает. Знаете, вот в моем понимании работы, в моем понимании, как нужно относиться к работе, до чего дорасти, у меня есть, то есть план, у меня есть там желание, где я хочу оказаться, но я считаю, что нужно работать так, что сначала нужно компании дать как можно больше, чтобы она тебе получила больше, чем она тебе дает, и вот тогда ты сможешь уже расти в компании так, чтобы эффективно было для обеих сторон. Win-win. Это всегда так надо. Надо всегда думать не о том, что тебе дали, а о том, чтобы ты дал. Если тебе в какой-то момент начинает не хватать компенсации, ну тогда, может быть, надо уйти куда-то или пойти поговорить, может быть, надо. Это очень сложно для понимания, для того, чтобы вообще понять это и принять, что надо именно вот так вот работать. Для этого мы и есть, вот что и молодежь воспитываем, рассказываем там, и что же. Это простые вещи совсем, но.
Некоторые натурально, вот некоторые люди просто не думают о том, что им за это будет, а просто им нравится, понимаешь? Ну, да. И они всем нравятся, потому что они пашут и не конючат, и не гундосят, а просто пашут и глазки горят. Понимаешь? И вот это всем нравится, да. Поэтому молодняк все любят. Да. Понимаешь, потому что молодняк работает за фан, за эксайтмент вот от этого всего и так далее. А когда он уже постарше, и тут у него дети, и там теща ворчит, или там жена говорит, где же там, когда же мы поедем очередной раз, там, не знаю, куда, на Гаити. Вот. И тут вот все это начинается, понимаешь? Ну, да. Конечно, надо давать и через это получать. Есть очень много людей, которые пытаются оптимизировать получение на давание ничего. Вот как бы получить максимум, чтобы ничего не дать? Тупиковая вещь. Тут, да, но как много людей и так и живут. В том же, вот знаете, на велфере люди сидят. Вот в Америке дикое количество людей сидит на велфере. Вот в Сакраменто там полгорода на велфере сидит. Почему? Ну, потому что они все, понимаешь, тут взял, там взял, здесь вот стемпы, здесь денежку, там на кеш подработал. Понимаешь, Михаил, у меня есть на этот счет такая, не то что теория, это я просто от своего отца услышал, микробиолог, так. Что любая система, она стремится к простоте. Есть такое у них понятие такое, не знаю, как это, аксиома. Поэтому человек, приводит, он как по натуре, он стремится к простоте, он стремится просто жить, к простому. Простым какие-то инстинкты, вот поесть, там что-то сделать, вот сегодняшнее. Да. Не задумываясь о сложном, о том, чтобы как-то дальше расти, куда идти, о будущем планировании. Это же сложно, это же трудно, потому что когда у тебя не получается то, о чем ты там, например, мечтал или что планировал, тебе там кажется, зачем мечтать, зачем планировать, все равно ничего не получится. Так вот люди угасают и стремятся опять к простоте. Но физическая система стремится к минимуму потенциальной энергии. Совершенство, оно через простоту. То есть совершенная вещь проста. Ну да, это да. Потому что если вещь сложная, это значит, что она не достигла того уровня, когда можно просто объяснить или там просто показать. Там, и так далее. Я считаю, что вот я когда тестирование преподаю, я стараюсь показать просто. Потому что там нет ничего сложного такого, чтобы, знаешь, испугаться там или что-то. В тот момент, когда ты говоришь, это просто, это я могу. Все двери открылись, ты пошел и взял. Если ты при этом какие-то испытывал трудности, а что ж ты, твою мать, хочешь, чтобы у тебя уже вообще без трудностей было? Ну, без трудностей это вот когда, это когда прыгаешь вот сверху вниз и летишь. И ничего делать не надо, понимаешь, оно тебя вниз само тянет, понимаешь? Ты расходуешь свою потенциальную энергию, да, она у тебя теперь кинетическая. Вот ли, пожалуйста, это ничего делать не надо. Но надо же было на гору залезть или там, допустим, на балкон 10-го этажа, чтобы прыгнуть. А можно было не влезать, тебя могли втащить. Ничего не надо было делать. Могли втащить, да. Ну, на самом деле, мой посыл был такой, что именно человек как личность, он стремится вот, простоте. Не... Я согласен с вами, что в плане объяснения каких-то вещей, как тестирование, там, каких-то других наук, простота – это здорово. Учитель, который может объяснить просто, вот, это дорогого стоит. Если мы вернемся к биологическим системам, то как бы в основе биологической системы лежит оптимизация расхода энергии на достижение цели. Скажем, если есть цель покушать, и вот, допустим, я там тигр и гонюсь за стадом антилоп, я не буду гнаться за вожаком, который впереди, и сказать, я сейчас этого гада, и там лишние 3 километра пробегу. Да. Понимаешь, я возьму последнего, кто там послабже. Вот этот закон, да, выживаю, там, выживание сильнейшего. Вот. Поэтому система стремится к минимальному расходу энергии для достижения цели. Значит, вопрос какой? Цель какая? Значит, если у него цель покушать, ну как вот простенькая биологическая система функционирует, покушать и размножить. Продолжить род и выжить. Да? Значит, покушал, размножился. Вот такая простая система. А чего очень он должен. Стабильная, надо сказать. Че? Очень стабильная, надо сказать, она. Конечно, так мы же. Потому что простая. Мы существуем сегодня с вами, потому что до нас были там сотни поколений людей, может быть, там тысячи поколений, смотря как далеко мы будем считать, которые преуспели в том, чтобы выжить и размножиться. Поэтому мы очень сильны в этом. Мы потомки их. Мы здоровы выживать и размножаться. А те, кто был слаб, их нету. Где они сейчас? Да. Ну что же, хорошо. Давайте мы тогда ребятам привет передадим, а то мы так, можно сказать, их засиделись.
Вот. И так помашем им, скажем, привет, народ. Привет, в общем, чтобы все было хорошо. Удачи вам.